Итак, всем привет! Сегодня вышел дах, и я сразу же его получил. Но, я знаете, вот я думал, я один такой. Я думал, я один кто его получил. Вот серьезно, я думал, ну кто мог его еще получить, а так быстро? Ну нет таких людей. Ну, я так подумал. А потом было такое дело. Я такой захожу в бой, а тут, ну так... Понятно, а ты? То есть захожу я такой в бой, да, думал я один на дадле, а тут такое дело. Ну, есть еще несколько дагов. И, блин, мне кажется, что сейчас какой-то дагокалипсис начинается потихоньку. Потому что такого я не видел в Бравле. Ну, последний раз такое было, когда был Эдгар. Серьезно, Эдгар, мне кажется, был последний раз. Ну, может быть, даже с Греем даже не было, мне кажется, так много Греев. И причем все гадатели, они все тимятся, они все создают свои команды, и это просто нереально круто. Типа, я не знаю, у нас Квити, у нас мега-сверхкоманда дагов, понимаете, да? Да, вот мы уже в пятером. Это, мне кажется, просто лучшее обновление. Что там, это ивент начинается, такое дюрская неделя летняя. Там будет квест специальный, вот вышел даг со скином, сразу же вышел, причем он со скином. Все, мы все затимились? А, нет. Не все явно. Блин, какой же это баг лютый. Так, не подходить. Нет, нет, не смей, не смей, не смей. Блин, нафиг это сидел. Тихо, тихо. Опа, вот так. Куда? Стоп, стой. Да ладно, блин, меня убили, серьезно, что ли? Походу дела хатами, да. Тут уже никак. Короче, ребят, просто какой-то апокалипсис с дагами этими. Смотрите, так сказать, сегодня в планах у нас апнуть 34 тысячи, пройти этот квест и попробовать сделать всю карту из дагов, прям чтобы без бастеров. Такое у меня уже было, вот, вам, наверное, скриншот. Ну, тут такое себе, ну, блин, аж целых два персонажа не дали. Эх, ну, это лайфшары какие-то просто. Но вообще там сразу, ну, так, титул лапать нафиг. Сейчас, смотрите, он сейчас начнет фармиться, да? Или нет. Хопа, 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 хопа. Так, вот так, вот, хоп. Ну все. Изи, победа. Ладно, на самом деле нет. Так, сейчас он возрождается. Но нам как бы пофиг, он все равно умирает. Так, я вижу чувака, мы с ним тимимся, потому что нам надо делать свою империю из дагов. Это моя такая мечта маленькая. Хочу сделать империю дагов. Так, а ты будешь? Ты будешь? Да, он тоже будет. Спайков мы не берем с собой. Потому что они не дали. Все, даже хоть пинчик я взял специально. Так, ну что, все, мы вроде бы как все вместе, да? Ну, по-моему, да. Ну все, мы все, я сделал это, мы империя дагов. Имба. Давайте все пины свои юзайте. Ну нет. Че, пойдемте на мид? Я самый сильный даг, по сути, да? По сути, да. Дизлайк отправляешь. Осуждаю за тих. Че там, где все остальные? У нас ведь больше должно быть. Там человек 5, их должно быть 7. Ага, вот ты где. Ну, таких мы не уважаем. Таких мы сразу же убиваем. Все, нас 5. Ну, блин, не так, как я хотел, конечно, но ладно. Ну все, вот мы все. Че, мне их крысить или нет? Я же не крыса. Ай, ладно, знаете что? Вообще пофигу. Все, новый ранг. И ура, 24к. Ну, что до конца лета, это 23 тысячи вообще. Тьфу. Вы поняли, вообще изи. Я мог себе где-то уже сделать землю, блин, третью. Но нет, я не захотел. Тьфу. Ну да, нет, вторую землю. Но я не сделал. Я лучше дагов получил, я кайфую теперь. А землю будем делать теперь. Ну что, давайте быстренько сыграем. Да, нам надо... Давайте я иконку получу быстренько. Так, очередной бой. И да, все, все дадли, идеально. Просто васа прекрасно. Все дадли так токсичны, порождение ночи. Ну, это база, нормально. Так, давайте соберем банки, потом будем тимиться. Так, на минуту там какой-то махач, я туда, пожалуй, не пойду. Или пойду. Так. Хова. Блин, они оба возрождаются. Нет, нет, спасибо, нет. Нет, ну не надо. Блин, гадж второй все-таки гораздо имбовчик, хотя в 3 на 3 нет.
Да вот мне, да, задага, надо иметь именно прям сразу же два гаджета. Я не знаю, что мне купить, гаджет ему или снарягу, потому что мне сразу же на 10 силе. Вот я хз. Что же мне ему приобретать-то? Без понятия. Ладно. Когда-то мы сделаем квест. Сколько мне дорос? Один раз, погнали. Итак, очередной бой, давайте все дать. Найс, просто прекрасно. Все дать. Я такой был уже миллион раз, но все равно прикольно. Все, давайте все тимимся сразу же, моментально, просто залетаем с двух ног, все сразу же тимимся. Ну, так, мы с ним стимились. Сау, мы тоже стимились. Там снизу ПВП, что ну нафига, братья, зачем? Объясните мне в комментариях, все быстро пишите, откуда у них этот пин. Все, быстро все в комментариях. А ну-ка давайте, раз, два, три. Откуда у него такой пин крутой? Ну вот откуда у тебя такой пин? Нет, не бейте, не бейте, не бейте, пожалуйста, бедного тага. Спасибо. Ура, братики. Ну куда? Хотел ульту тупо набить. Вы серьезно, что ли, блин? Бедный даг. Капец. Давайте пробуем сыграть в дуош, да что ли? То я никак не могу вырвать что-то в соло. В дуо интересно, там тоже будут дать? Ну, думаю, да. Нет, серьезно? А, понимаю, понимаю. Бам-бам-бам. Ну это имба. Это имба. Но только если играешь против ботов. Потому что против игроков это так себе брали. Хотя его хил это просто что-то нереальное. Но дальность атаки... А, нет, нормально. Давай, я на него эту штуку повесил. И отхилил. Нафига я это сделал? Ладно. Да заколебал уже. Давайте, погнали. Блин, так либо эффект у дага прикольный, просто... Не знаю, мне кажется, что у Суперсталка такая привычка стала вторых бравлеров делать более проработанными, чем первыми. Чем первых. Вот смотрите. Типа Даг, он гораздо более, мне кажется... О, да. Мне кажется, гораздо более проработанный, чем Корделиус. Вот именно, именно по внешке и вот именно по анимациям. Вот Даг проработанный, чем Корделиус. Потом Хэнк. Хотя Хэнк, не знаю. Хэнк такой средний. Да, все равно Хэнк более проработанный, чем, чем Мэйси. А Вилла более проработанная, она вообще просто имба по сравнению с РТ. Мне кажется, все странно. Ну ладно, спасибо всем, что посмотрели видео. Ставьте лайки. Скоро, скоро на канале будет видео самое масштабное мое. Это стенд-оф 2 против Бравл Старс. Оно будет минут 20, наверное. Это будет нереальное сравнение. Все ждите. Подписывайтесь, поэтому что не грустить. Я очень стараюсь с ним. Просто нереально каждый день. Спасибо большое. Всем удачи. Пока.